Друзья, всем привет! Что ж, здесь мы сейчас выполним буквально несколько дел и пойдем искать следующего босса. Да, я надеваю кольцо, посмотрим, что это за колечко. Кольцо клинков создано по образу и подобию любимого оружия безумного рыцаря из Алкена, увеличивает физическую атаку. Ну вот его и наденем. А это колечко у нас, которое называется каменное. Удары сильно нарушают равновесие противника. Ну, конечно, если это кольцо на вас надето. Так, ну что же, кузнец нам может предложить. А мы можем у него усилить оружие. Да, вот так, у нас достаточно осколков титанита. Поэтому за титанит и дополнительную сумму мы можем палаш усилить немного. И что, получается, нам еще души нужны, чтобы произвести дальнейшие улучшения. Но я, в принципе, готов. Даже можно, знаете, что сделать? Непотраченные души пустить, к примеру, на прокачку, опять же, персонажа. Итак, здесь используем и душа преследователя. Мы тоже ее используем для получения множества душ. И здесь никаких или не может быть. Да, снова хочу усилить. Итак, работаем. Ну вот здесь. Продолжаем усиление. Еще нужен будет титанит. А, кстати, можно у него, в принципе, его купить, к примеру. Чтобы прям далеко не бегать. Я знаю, что дальше, в принципе, его найти можно будет. Порошок для починочки. 800 душ у него стоит этот осколочек. Ну ладно, я возьму один. Ни одного как раз таки хватит. И снова усиливаем. Так, ой, как хорошо будет. Ну, враги, берегитесь. И, в принципе, все. Ну, а остаток душ, как я и сказал, мы потратим на прокачку персонажа. Это мы уже все слышали, поэтому диалог я, с вашего позволения, пропускаю. С этой дамой. Так, что можно качать? Ну, во-первых, силу, качну еще ловкость, физическую мощь. Возможно, выносливость. Да, наверное, так. Можно не бояться, что что-либо потеряем. Ну и отправляемся обратно к нашим друзьям всем. Это место называется Главная Башня. Поехали. Ну, впереди, конечно, нас, как всегда, ожидает непростой путь к боссу, но все эти препятствия мы с вами легко преодолеем, я уверен. Ну и опять же, большое спасибо колечку. Куплю я на эти души, наверное, еще бомб. Они мне пригодятся. И сразу давайте разберемся с инвентарем. Расположим предметы так, как нам, собственно, будет удобно. И вот сюда еще бомбочки вставляю. Здорово. Ну все, можно идти дальше. И мы спускаемся вниз. Да, снова вниз. И снова идем к дереву, чтобы оттуда уже пойти влево. Ну, скажем так, неплохо, неплохо. Сейчас он махнет посильнее. Бабах! И можно подбегать и добивать его. Ну, здесь, конечно, я немножко пропустил, но... Наверное, я и не хотел очень сильно от него увернуться. А мог бы запросто.
Ну и снова пошло накопление душ. Ух, набьем тут много. Часто придется качаться здесь, конечно, на первых порах. Блин, я помню, что... За мной тут кто-то бежал. Возможно, он снова прибежит, этот кто-то, или... Или нет, как думаете? Можно идти дальше? А, нет, прибежал. Смотрите-ка. Ну давай, давай, бей. Ой, хорошо. Поближе подойдем к нему. Замах у него долгий. И я почему-то со вторым ударом немножко припозднился. Все, готов. А, знаете, какая тут большая проблема может возникнуть? Проблема в необходимости починки она будет заключаться. Так, секундочку, что-то я совсем забыл про этого товарища. С ним, безусловно, тоже надо разобраться. Тут их сразу два. Щитом хотел меня пробить. Но ничего не получится. Но вот этот бомбист был самый опасный здесь. А этот опасен, ну, вот, наверное, таким ударом только лишь. Так. А, еще есть. Хорош. Ну, вот так вот не спеша и будем идти с вами. Надо все проверить. Да, что тут в ящиках. Ну и вообще, дело это, конечно, очень приятно. Вот там кто-то уже сидит, нас ждет. Читаем сообщение. Осторожно, справа. Хорошо, понял намек. Там у нас, скорее всего, какая-то ловушка. Так, здесь зеленый цветок. Для чего он нужен? Фиг его знает. Ловушка впереди. Так, ой-ой-ой-ой. Двое, трое. Обалдеть. Так может быть сейчас подходящий, например, случай для того, чтобы использовать бомбу. Можно, конечно, туда упасть на них. Так, раз, два, три. Ну пусть он еще раз отойдет. Yes. Но мне хотя бы с несколькими разобраться. Что, нет? Давай, подбей его. Ну, вот так уже проще будет. Правильно, зачем же рисковать? Если можно использовать бомбы. Ну, хоть они и дороговато стоят, конечно, но... В принципе... Да, так что не зря я одного из них подбил, потому что тут могло быть жарко. Ну что, сбегаем к этому чуваку, узнаем, что он хочет. Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself,
that trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. Ах, ты ж, у него есть какое-то кольцо. Ладно, оставим его пока. Давайте сюда зайдем, проверим. Фига там, чучело нас еще какое-то ждет. Все, ловушки не будет, и слава богу. Большая стрела души, большая душа мертвеца и синий деревянный щит. Смотрим на характеристики. Ну да, уже этот щит сможет гасить больше урона. Супер. Я беру его. Пойдем дальше смотреть. Да все спокойно вроде. Так, что тут у нас? Как спуститься? Где спуститься, самое главное? Да ладно, лестницы нет, что ли? А, вот есть лестница. Прыгать не хочу. Здоровье только лишь тратить. Так, сундучок. Одинокий сундучок. Открываем. Все, погасили действие яда. Вот такие одиноко стоящие сундучки и надо открывать. Вот осколочек титанита. Ну, пригодится нам для каких-либо последующих улучшений. Используем ключ-камень. У нас, я напомню, таких ключей аж две штуки. Ой! Oh yeah. Что за надпись? Словно во сне. Тут кого-то убило. Давайте посмотрим, что произошло. А, ну его просто догнали, скорее всего. Ладно, открываем дальше. Кольцо, еще одно. Кольцо Кларанти. Увеличивает скорость восстановления выносливости. Ну, это хорошо. Одеваю, пока свободные места есть. И еще кусок уже на этот раз титанита. Здорово. Тут есть еще какая-то дверь, почитаем. Может помочь атака, и тогда полой. Да, кто-то зашевелился там, явно. Давайте, давайте, выходить. Я вас уже жду. Заждался даже. Вот и двоих забрали. Давай, беги. Беги на меня, золотой, а лучше атаку щитом проведи. Да, бесполезно. Опс. Ну тогда ждем. Можно, конечно, ему попробовать за спину зайти, но с этим чуваком будет опасно. Хотел я ударить, надо было в этот момент бить. Но тут нужно просто подстроиться под их атаки, понять, как они атакуют. Каждый из бойцов. Вот щитом и все, им конец. О, сами прекрасно это видите. Он сразу становится открытым. Так, а кстати, что у нас там с прочностью? Ну, смотрите, как быстро теряется прочность. Это, честно говоря, не очень хорошо. Можно было у кузнеца еще какой-нибудь порошок для починки, например, взять. Так. Ну, слава богу, здесь ничего не произошло. Кольцо жизни и большой осколок титанита. Круто. Смотрите сразу, сколько колец. Кольцо жизни увеличивает максимальное здоровье. Неплохо. Все. Весь в кольцах. Так, подождите, я его одел? Да, одел. Здесь, похоже, мы закончили. А, кстати, можно обратно забрать? Похоже, что этот ключ одноразового использования. Ну, а мы тем временем с вами
немножко возвращаемся. Пойдем, во-первых, исследуем ту ловушку, которую якобы для нас приготовили какие-то разбойники. И попробую сейчас все-таки поставить другое оружие, какое-нибудь, например, Моргенштерн. А почему нет, собственно, да? Можно попробовать полуторный меч. Ох, здоровенный какой. Ладно, посмотрим, что из этого получится. В общем, ловушечка, я уже знаю. Опс. Ну, скажем так, неплохо. Так, мне нужно срочно что-нибудь, пожалуй, выпить. А ну-ка, лови. Да, долгий, конечно, размах. Поэтому я, с вашего позволения, выберу что-нибудь другое. Ну, вот эту вещь, к примеру. Она уж, я надеюсь, побыстрее будет. Хорошо. Еще разок. Ну да. Ну все оружие надо попробовать. Ну и даже в этом большом мече тоже свой плюс, конечно же, есть. Он сможет в какое-то время пригодиться. Поэтому выкидывать и продавать я его не буду. Пусть у меня пока будет. Итак, еще вас тут так много. Ух ты! Так, надо выходить. Видите, сколько опасностей. Так, ну, ребята, так нечестно. Один готов. Ну, значит, тут работаем нашим излюбленным оружием. И пошли за следующим. Эй, возвращайся! Куда побежал? Может быть, там еще засада? Похуже будет? Давай. Ну, давай, давай. На меня. На меня, золотой. Вот так. И теперь моя атака. Тут самое главное не спешить. Берем ароматную мазь. Двое? Двое. Нет, побольше. Смотрите, там еще один несется. Так что да. Многовато. Многовато бойцов. Возвращайся. Отлично. Тоже неплохо. И еще один нас здесь будет поджидать. Куда это он? Это был критический удар. Крит. Читаем сообщение. Восславь солнце. Эти сообщения могут оставлять игроки. Игроки могут присоединяться к нам. Могут вторгаться в наш мир. Так что полный интерактив. Ладно, у меня потихонечку заканчивается здоровушка. А, придется кушать камушки теперь. Ладно, ничего страшного. Ну-ка, что здесь у нас? Справа. Что справа? Справа? Ну, я знаю, что там какой-то чувак сидит. Мы уже с ним даже успели побеседовать. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Ну, это мы уже слышали тоже, в том числе. Так, что за черепашка-ниндзя там? Стоит.
Давайте я сюда. Притворившийся гад. Ну, половину уже выработали. Так что побегаем с этой штукой. По большей части, конечно, мне в некоторых местах здесь не повезло, скажем так. Я имею в виду потерю здоровья. Ненужную абсолютно. Мы с вами получаем сейчас легкий арбалет. Так, арбалет. Короткий лук тоже есть. Что лучше, арбалет или лук? Давайте поставлю лук. Сейчас стрелы какие-нибудь выберем. Арбалет... А, это арбалетный болт. Ну, значит, тогда арбалетный болт и, собственно, арбалет. Стрелы надо будет прикупить. Так, если отсюда запульну... Ну, неплохо. И еще выстрел. Все, этот готов. Следующий. Давай. Yes. Убили. Нафиг. Плюс с одного еще что-то выпало. Там что-то можно взять. Здесь у нас ничего в стенах нет. Ну-ка. На всякий случай надо... Да, надо простучать их. Их все надо простучать. Похоже, что нет. Разгон побольше и прыжочек. Придется еще, наверное, разок забраться. Ну что, дружочек, давай атакуй своим щитом. Ну, я жду. Просто ты даже не дашь мне к тебе за спину зайти, наверное, да? Ух ты, шпажист у нас тут даже. Вот и все. Берем с вами мох. Открываем сундук. И забираем приз. Кортик и шлем пехотинца. Not bad. Огненная бомба. Спасибо большое. Так, если я не ошибаюсь, то нам еще разочек сюда надо подняться. А, подождите, подождите. Это, кстати, очень тоже... Занятно, что я сюда в итоге пришел, потому что... Да, тут что-то было. Большая душа мертвеца. Радует меня, как... Он быстро поднимается. Но на этот раз должно повезти. Рановато, наверное, просто я дернулся. Так. Вот, совсем другой вопрос. Душа безымянного солдата и факел. Но тоже, конечно, это все. Это все нужно. Без вопросов. Каких бы то ни было. Так. Что мы делаем с черепашкой ниндзя? Какая там большая, даже, если не ошибаюсь, огненная бомба была. Ну, сейчас мы ее используем. А, просто огненная бомба. Ну ладно. Так, подойдем поближе. Лови. Ну давай. Ну ударь. Еще замах будет. Ой. Понял. Надо побыстрее. Так, а ну-ка, сейчас посильнее просто удар будет. Хорошо. До свидания. Ну, вы знаете, Моргенштерн, в принципе, тоже неплох. Мне он даже чем-то нравится. Такие тяжелые, смачные удары наносит. Ладно. Так, здесь не пролезть. Увы.
Так, у нас тут ребятки. А что если... Ну, вы поняли. Может быть, до свидания? Пока! Успел меня все-таки ударить, засранец. Ой! Не стоит, конечно, экономить эти болты, стрелы. Жизнь дороже. Самоцвет жизни и косточка возвращения. Вот косточки возвращения у меня как раз и не было, поэтому это здорово, что они мне ее дали такие. Упал. Я отжался. Янтарная травка. Самоцвет жизни. Ух ты, блин, напугал меня. Что тут пишут? Засада. Здесь. Тоже засада. Успел убежать. Ну чё, иди сюда. Их двое даже. Ну давайте, кто быстрее. Правда, мне кажется, сложновато будет. Ой, как хорошо. Отходим. Ну, потому что у меня, во-первых, выносливость закончилась. А когда пускаешь щит, то выносливость восстанавливается намного быстрее. Ой, как я успел. Знатно. Ну-ка. Ой-ой-ой, пропустил. И тебе сейчас будет приветик. Ладно, тут совсем немножко осталось с ними. У меня камушек есть, поэтому не беспокойтесь. Так, нормуль, давайте теперь пойдем за тем, что там было. Посмотрим. Вот и вся засада, в общем-то. Алибарда. Алибарда. Ну и теперь, разумеется, в туман. Так, спокойно? Все спокойно. Спасибо. Что у нас? Два осколочка титанита. Ой, так, это все? Ну, пока да, наверное. Пока все ок. Большой кожаный щит. Самоцвет жизни. Ну-ка на щит посмотрим. Щит, щит, щит. Оу. Неплохо. Ну, конечно, по весу больше, но теперь будет блокировать гораздо больше урона. Пошли дальше. Смотрим, как умер тот чувак. Ну да, его кто-то убил. Так, здесь не дернуться, потому что можно упасть. Забираем предмет. Огненная стрела! Ух ты! Тут мы открываем дверочку. Помните, это та дверь, которая с той стороны была заперта. Нельзя было открыть ее. Пусть уж полное здоровье будет. Пока, друг. Ничего с тебя не выпадет. Увы. А, кстати. Да. Заперто. Кого-то можно призвать, чтобы мне помогли разобраться с кем-то.
наверняка опасный засранец. Так, ну что скажешь? Ух ты! Ножкой топ! Сразу туда. Ну, естественно, прячемся. Опа! Офигеть! Давай, 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 давай! Ну, а этой топнешь? Ну, на всякий случай, знаете ли. Надо бы. Че я стою, че я жду? Опс! Убегаем. Ха-ха-ха, не достанешь. Вот и все, и снова я за ним. Пяточку бьем. И снова он попал по мне. Так. Ну, в общем, почти. Почти готов наш товарищ. Ой. Все. Конечно, мог достать, но не достал же. Забираем душу последнего гиганта и солдатский ключ. Оттуда мы пришли. Осмотрим это место. Что здесь у нас написано? Да. Кто-то праздновал победу. Ловить здесь больше нечего. Давайте возвращаемся. У нас теперь есть суперключ, который может открыть для нас многие двери. Например, нет, не эту. Мы с вами прежде всего отправимся к костру. Обязательно нужно восстановить силушку молодецкую. Прокачаться. Вот смотрите-ка, сколько у нас душоночек пропащих. Да? Полным-полно, естественно. Можно еще... Правильно, вернуться. Тут же никто не появился. Не появился. Мы с вами к костру не садились. Вот, используется здесь солдатский ключ. Иди сюда. Засранец. Давай, давай, быстрее на меня выбегай. Но. Ой, есть тебе конец. В общем, очень неплохо, что я прокачал этот великолепный меч. Еще один. Так, раз, два и удар. Ну, я тут уже знаю, как с ним биться. Так, раз, два и тяжелый удар. Ну, все, выждал. Выждал, и он получил по заслугам, в общем-то. Нет, туда пока нельзя. Завален проход. А здесь мы получаем... Что мы здесь получаем? Ну-ка, надпись. Может помочь снаряд. Не знаю, что это значит. Душа безымянного солдатика и самоцветик. Смотрите, сколько у меня камушков. Так, спокойно достаточно. Здесь ничего. Так. За деревом. За деревом тоже ничего. Как-то подозрительно даже здесь тихо, я сказал бы. Гнездышко. Оно нас может куда-то в интересное место перенести. Определенно.
Так, сюда прыгаем. И забираем с вами сет от Дранглика. Меч, щит, кольчуга, наручи. И так далее. Посмотрим. Штаны есть Дранглика вашего? Да, можно взять. Причем так. Хорошо. Защита увеличивается. Но вещь, скажем так, достаточно тяжелая. Ну, посмотрим с вами попозже на характеристики всех этих предметов. А в первую очередь меня, разумеется, интересует вот этот щит. Щит Дранглика. 100% блокирует. Ну разве это не круто, друзья? Так, здесь я все взял. И... да, все взял. Точно все. Туда никак не спрыгнуть. Зачем-нибудь... у меня, в принципе, косточка возвращения есть. В общем, с щитом теперь будет, ну, просто замечательно. Нужен костер. А, нет, не сюда. Ну, правда, видите, немножко в прыжке он хуже стал себя вести, но... это все дело поправимое. Так что не переживайте. А, мы снова бежим сюда по простой причине... мы сейчас посмотрим, что для нас может сделать это гнездо. Ну, а там уже видно будет. Да, сет явно неплохой. Надо качать персонажа. Надо качать персонажа, и вот эти души, которые мы имеем, это просто все дает нам отличную возможность. Забытая крепость. Ну, мы тут разжигаем костер, и нам надобно кое-куда вернуться. Но сюда мы тоже обязательно вернемся. Зато здесь уже открыта для нас точка быстрого перемещения. Ну, мы отправляемся, естественно, в Маджулу, и увидимся с вами там, друзья.